Сколько себя помню, я всегда хотела работать доктором. И надо сказать, что никаких вот ключевых таких встреч были, безусловно, люди, которые оказали колоссальное влияние на меня, да, в выборе профессии, в выборе вот в хоспис, это Вера Миленщикова, сама профессия, это профессия моей мамы. Ну вот я с 5 лет, сколько вообще я себя помню, я помню примерно с 5 лет, я всегда хотела делать то, что я делаю всю жизнь.